Россия пережила сухой закон Горбачева. Помните, что было? Да, помните. Здесь тоже выкорчевали виноград вдоль дороги. Но выкорчевать весь виноград нельзя было. Это одна из составляющих бюджета Абхазии. Поэтому выкорчевали только в дороге. Там удивительно было. Подальше виноград везде сохранился. А вот там, где выкорчевали, пришлось опять закладывать сады. Так и живем. То ломаем, то строим, то выкорчевываем, то опять сажаем. Мы с вами, друзья, продолжаем наш путь по территории Абхазии. Абхазия – это маленькая страна на южном склоне Большого Кавказа. Это исконная родина абхазов. Абсна – так называют абхазы свою родину, что в переводе с абхазского означает «страна души». Страна души – страна гостеприимных людей. Гостеприимство здесь не просто форма вежливости, а освященная веками традиция. Абхазы говорят, что получили этот благословенный край в дар от самого Господа Бога, и получили они его именно за гостеприимство. В те давние времена, когда у людей не было ни своей родины, ни клочка земли, которую они могли назвать своей землей, а Господь Бог решил поделить между людьми планету. Был назначен день и час, но, к сожалению, к назначенному времени абхаз опоздал. Когда пришел абхаз, было роздано все, остались лишь океан да пустыня. Разгневанный Бог сказал,